Здравствуйте. Информационная картина дня короткой строкой. Проблему размещения нестационарных торговых объектов обсудили на оперативном совещании в Серпухове. По словам начальника отдела рекламы администрации города Натальи Подалкиной, с 2016 года будет введена новая схема размещения киосков и палаток. Предприниматель обязан будет указать род деятельности, которым будет заниматься. Если конкурс проведен на НТО со специализацией цветы, невозможно будет торговать в этом объекте пирожками. В законную силу новая схема размещения вступит сразу же после согласования с Минпотребрынком. В администрации Серпухова медики города и района встретились с начальником управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций. Цель нашей сегодняшней встречи, она, в общем-то, назрела, поскольку я в должности несколько месяцев. И один из постулатов нашей встречи – то, что в связи с поднятием полномочий мы понимаем, что качество, которое было в прошлом, в 2014 году, мы должны, во-первых, держать на том же уровне и в идеале планку-то поднять выше. В ходе мероприятия врачи и представители средств массовой информации задали ряд волнующих населения вопросов. Планируется ли создание муниципальных аптек на территории города? Будет ли увеличен штат педиатров? Появится ли бесплатный детский невролог? Будет ли закрыта гастроэнтерология, СРБ и многие другие? Автомобильное движение 17 октября будет временно приостановлено. С 11 часов вечера до 6 утра будет проведен капитальный ремонт железнодорожного переезда в районе Северного шоссе. Водителей просят выбирать другие пути объезда и соблюдать правила дорожного движения. А к этому часу это были все новости. Не переключайтесь.